при вместимости стадиона 53 тысячи. Тандем нападающих. На данный момент одно из самых востребованных тактических построений. При вместимости стадиона 53 тактических построений. В агрессивной манере решить. При вместимости стадиона 53 тысячи. Тактических построений. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятый при вместимости стадиона 53 тысячи. На данный момент одно из самых востребованных тактических построений. В агрессивной манере решили они сыграть сегодня. Как обычно, для вас сегодня будут работать Константин Кенич и я, Георгий Черданцев. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Это Атлетик Бильбао против Хетафе. Нельзя недооценивать товарищеские матчи. Это лучший и главный способ проверить состав и дать команде сыграться. Без них ни одна подготовка не проходит. К Муниину очень много внимания было в последнее время. Как думаешь, что ждать от него сегодня? Ну, этот игрок отлично чувствует партнеров. И передачу идеальную может сам выложить и принять умеет. За 2-3 паса они способны раскатать любой оборот. Стадион Сан-Мамес или Нуэво Сан-Мамес. Арена Атлетика из Бильбао, пришедшая на смену Сан-Мамесу, на котором Атлетик играл с 1913 года. Открытие нового стадиона состоялось спустя 100 лет после открытия старого Сан-Мамеса. В 2013 году в матче чемпионата Испании против Сельты баскам удалось одержать победу в первой игре на новом стадионе. На эту встречу пришли 36 тысяч болельщиков. Линии обороны, но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Игра началась, смотрим. Унал. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону.